Честно говоря, я, наверное, за такие события в нашей стране, в том числе и как за Олимпиаду в Сочи. Естественно, было очень много вопросов по данной Олимпиаде и по нашему чемпионату мира. Но все-таки я верю, что, во-первых, мы проведем на высшем уровне чемпионат. К этому времени уже, надеюсь, подрастут тоже какие-то определенные свои звезды. А что касается инфраструктуры, просто глядя на город Казань, в котором, например, проводилась летняя универсиада в 2013 году, можно отметить, что все стадионы, все объекты работают. И я думаю, что во всех городах, в которых будет проводиться чемпионат, также все будет обустроено, и туда будут ходить толпы детишек маленьких, ради которых вообще и все и должно проводиться.